В этом видео мы покажем сборку катамарана со сдвоенными баллонами MasterCut K64-60-300-TRTS. Данный катамаран является самым большим сертифицированным судном в линейке MasterCut. Сдвоенные баллоны обладают повышенной жесткостью и устойчивы к раскачиванию на волне. Оптимальная мощность мотора 10-20 лошадиных сил в зависимости от загрузки. Катамаран ставится на учет в ГИМС как обычная надувная лодка. Разборное судно можно компактно хранить и удобно перевозить в автомобиле. Рама грузится на крышу. Для начала сборки найдите чистую, ровную поверхность без острых предметов и стекол. Раскатайте баллоны и накачайте их до мягкого состояния. Вы можете подробнее ознакомиться с накачкой баллонов в отдельном видео. После накачки баллонов их нужно расположить креплениями вверх. Можно подпереть надувными бортами или другим снаряжением. Приступаем к раскладке рамы. Удобно сначала закрепить две балки рамы, а затем разложить и закрепить остальные. Рама притягивается к баллонам ремнями из стропы. Здесь важно правильно продеть ремень, чтобы площадка вжалась в баллон. Мы продемонстрируем неправильную, а затем правильную затяжку ремней. Это неправильная затяжка ремней. При такой затяжке ремень не прижимает площадку к баллону. Его неудобно затягивать, он съезжает, а также вся нагрузка приходится на пряжку, и она может сломаться. Правильная затяжка должна происходить на мягком баллоне. Ремень должен оба раза проходить сверху площадки. Тогда он прижимает площадку вниз к баллону, а нагрузка на пряжку снижается за счет силы трения ремня о края площадки. Не забываем выровнять раму в креплении. При затяжке необходимо подтянуть трубку к площадке. Носовая балка кладется между носовыми креплениями на баллоне и фиксируется трубкой. Отверстие на балке должно быть смещено к низу. Если трубка не продевается, нужно спустить баллон еще сильнее. В конце трубка закольцовывается ремнем. Перед креплением продольного усиления обязательно накачиваем баллоны до рабочего давления, чтобы они растянулись по длине. Когда рама установлена, приступаем к сборке продольного усиления. Прихватываем продольное усиление ремнем по центру, чтобы оно повисло. Затем крепим ремнями в остальных точках, как показано на видео. Для спокойных водоемов не обязательно крепить усиление на всех пересечениях. Установка транса на катамаран происходит в 5 этапов. Комплект транса состоит из кронштейнов, крепежных скоб, трансовой и отбойной доски с упорным боксом. Для начала подвешиваем кронштейны на ремнях к задней балке рамы. Затем ставим скобы и наживляем болты. Выравниваем кронштейны и крепим трансовую доску. Затягиваем болты и скобы. Алюминиевые уголки и накладка на доске должны быть направлены к носу катамарана. Подвешиваем отбойную доску к трансовой доске и прикручиваем упорный бокс. Привязываем остальные ремни. Прижимаем отбойную доску к упорному боксу ремнями. Обязательно хорошо подтяните ремни ко второй трубе задней балки рамы, чтобы распределить нагрузку. Для установки мотора с короткой ногой на катамараны с баллонами диаметром 60 см мы предлагаем специальные низкие кронштейны, которые крепятся аналогично. Обязательно хорошо затяните контргайки на скобе транса и каждый раз проверяйте их состояние перед выходом на воду. Теперь приступаем к палубе. Расстилаем секции фанеры. Передние и задние секции имеют длину 875 мм, центральные по 750. Для палубы использована ламинированная фанера 9 мм. Секции по центру проклеены лентой из ПВХ и могут складываться пополам. Приступаем к затяжке ремней палубы. Сначала рекомендуем продеть ремни для бортов длиной 1,5 метра, так как после крепления фанеры продевать их будет неудобно. Для крепления носовой секции используется ближнее отверстие,
Ремень продевается в отверстие, проходит вокруг носовой балки и затягивается. Кормовая секция притягивается аналогично, но ремень продевается в дальнее отверстие и оборачивается вокруг обеих труб задней балки рамы. Для повышения жесткости задней балки при использовании тяжелого мотора более 30 кг можно на палубу положить еще две трубы и притянуть их вокруг задней трубы балки, тем самым повысив жесткость задней балки рамы. При креплении середины палубы ремень оборачивается вокруг балки рамы и затягивается сверху на палубе. Не нужно пытаться очень сильно затянуть ремень, чтобы не сломать пряжку. Следуя пожеланиям наших клиентов, мы добавили альтернативное крепление палубы на болты. Мы не убираем отверстия для ремней в палубе и ремни из комплекта. Также для ответственных походов при большой загрузке судна и сильных волнах мы рекомендуем использовать болты и ремни совместно. В балках рамы установлены резьбовые заклепки М6. В фанерных секциях большие отверстия, которые компенсируют возможные отклонения при сборке. При сборке сначала болты на всей палубе наживляются, а только потом затягиваются. Если отверстия не совпадают, возможно, балка рамы неровно стоит в креплении на баллоне и ее нужно выровнять. Либо катамаран собран не прямоугольно, то есть один баллон сдвинут вперед. Поверх фанеры раскладываем уже накачанные надувные борта и притягиваем их ремнями. После расположения бортовых баллонов на палубе, их необходимо притянуть ремнями, которые мы продевали на этапе сборки палубы. Катамаран собран, и его можно скатывать в воду на катках. При сборке корму можно поставить на катки и закрепить мотор на берегу. Собирать катамаран удобнее кормой к воде. Вместо катков можно использовать надувные борта и закрепить их на палубу уже после спуска катамарана на воду. Не забываем подкачать баллоны, так как после спуска на воду они охлаждаются и давление падает. Следуя технике безопасности, нужно привязать мотор к судну. На тримаране удобно привязать к задней балке рамы. Длина веревки или троса должны быть не менее чем 1.5 метра. Вытаскивать на берег удобно втроем. Двое вытягивают и один подкладывает катки. Однако, в случае необходимости, вытащить катамаран на катках можно и в одиночку, используя систему Polyspast. На берегу лучше немного подспустить воздух из баллонов, чтобы исключить превышение рабочего давления при нагреве баллонов на солнце.